Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого. А это значит, что вы на канале Лёша Играет. Не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, если вы до сих пор этого почему-то не сделали. Нет вам оправдания вообще-то. Что за фигня? И я продолжаю на последнем уровне сложности проходить Endless Space 2. Веду единую империю к доминации в галактике. Ну и либо к бесславному поражению, тут пока не очень понятно. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, ссылка есть в описании к ролику, либо в верхнем правом углу появляется. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, спасибо им большое за поддержку. Напоминаю, что это предыдущая игра от Amplitude Studios, которые сейчас делают Humankind, так что во многом можно некоторые механики увидеть, которые будут в следующей игре. Какие у нас тут дела? Я хочу вот подружиться с этими деревьями вот здесь. Я хочу, чтобы они были моими союзниками. И хочу спокойно воевать с сафонами. Правда, у нас пока холодная война, то есть они на мои системы не могут претендовать, но вот здесь они находятся. Я бы, честно говоря, вот этого парня вынес бы, наверное. Но так, я открыл, по-моему, танки, если мне не изменяет память. Так, один бегемот у нас есть. Да, танки открыл, давайте пополам теперь сделаем и улучшим танчики. Вот так. Теперь давайте снесем этого скаута сафоновского. И я бы пока отъехал бегемотом, потому что у него пол хп нету. А, класс, я не могу. Блин, нафига я нападал тогда им? Или могу? Наверное, не могу. Ладно, и этот... Видите, тут всего 15 пехотинцев и 5 танков. Я, наверное, отъеду опять же в свою систему, потому что надо... Надо поднакопить людских трудовых ресурсов, чтобы атаковать. Так, солнечный туман, это вот мы тут получаем. Так, кто у нас еще не походил? Тут я... Да, я все, по-моему, исследовал. Полетели дальше сюда. Смотреть. Плюс 100% торгового значения. Блин, а как вот раньше было... Я точно помню... Может, у меня пока нету... Вот тут филиал у меня, похоже, открыт. Просто я открыл уже... данный уровень системы, населения. Я уже открыл торговую компанию. Вот, видимо, показывает, что тут находится торговая компания. Так, это торговля. А здесь что не так? Тут бэкдор у нас. Это мой бэкдор, кстати, тут расположен. Слушайте, может, мне тогда соседи этих не... Чего мне взламывать деревья, если... только одна активная операция. То есть мне надо все-таки сначала взломать, да? У меня вот это распределено 20 из 6, то есть 15 у меня еще есть. Я могу добавить першифр, удаляет обнаруженные бэкдоры, либо ускоритель. Давайте вот ускоритель поставим. Вот сюда. Плюс, я так понимаю, сокращение расходов могу тоже поставить. Ну и все, больше у меня особо
Шифр это, наверное, когда против меня что-то делается. Ладно. Так, что у нас по системам? Тут я бегемот строю. Открытое общество это по квесту я делаю. Население. Уже 20. Давай-ка я использую картошку, чтобы сеятели и пульсосы быстрее. Мы пульсосы. Давайте я лучше тут открою, мне так удобнее. Блин, вот тут недовольство, даже несмотря на то, что герой есть. Не пойму, и вот это минус 21 из второстепенных политических партий системы. Не понимаю, что за второстепенные политические партии системы. Но это вообще система с пульсосами. Так, мне, я думаю, тут надо на счастье, что ли? Ага, нифига, у меня уже все построено. Тут даже все построено уже на счастье, блин. Да. Ладно, тут пока на 4 хода есть, там на 3 хода. Вот тут уже заканчивается строительство. Какие тут планеты? Так, надо смотреть во плоти предателя. Горячая и холодная. Да, тут есть холодная, умеренная и просто планета. Давайте вот это экологическое построим. Две еды от жителя на планеты маловато, потому что 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну плюс 12 еды. За 8 денег мне не так много денег. За месторождение ресурса роскоши. Роскоши тут тоже нету. Со стратегическими ресурсами тоже нету. Можно не строить, видите. На планете, на плодородной, на уме... О, вот это, наверное, можно здесь бахнуть. Тоже один ход. Наука. И порошковое производство на деньги. Причем сначала, наверное... Не-не. Слишком долго. Так, хорошо. Дальше смотрим. Тут еще строится три хода. Тут три хода колонизируется планета. Можно, кстати, все эти терраформировать. Пять ходов. И теперь повысится... Одобрение, но меньше производства будет. И плюс один максимум населения. Но тут пока... Тут вообще надо бы доделать сначала. 20 на планету. Вот, блин, 16 денег, правда, это стоит. Содержание плодородное, умеренное. Ладно, давайте терраформирование поставлю в следующем. Здесь. Хотя тут бы еще... Как оно? 59? Может, тут бесконечные супермаркеты сначала? Так сделаю. И на двух планетах вообще ничего не строится. Кстати, можно было бы специализацию тут еще проверить. Автоматизацию, точнее. Ну, тут уже у нас... Я понимаю, что я могу еще переселять ребят. Но мне кажется, не стоит пока. Давайте вообще на производство. Пока никак не меняется. Это 86, так и было. А если на деньги, кстати, поставлю? О, 92. Так, может, все-таки как-то... А, это аванпост у меня пока. Да не особо, кстати, оно меняется. Честно говоря, ну что, плюс 6 денег вход. Как-то не очень. Так.
Все на индустрию тут поставил. Ну вообще да, за планет. Ну хотя тут одна всего колонизирована, с другой стороны, блин. Вообще Геракл, вот я начинаю думать, что может зря его колонизировать. Нет, как все надо бесконечные супермаркеты поставить. Пока так. Ну все, можно вот, наверное, завершить. Второй уровень Академии, значит, нам будут героев теперь второго уровня давать изначально. Так, Мизари до 20 выросла, теперь плюс 10% науки капает. И на планетах плюс одна наука и плюс половина культуры от жителей этих. Вот, можно даже глянуть, где у нас Мизари. Видите, одна наука и половина культуры. Хотя, подождите, это изначально, по-моему, было. Так, у этой минорная фракция радушия. Плюс 2. Давайте еще польстим. Этим я хочу улететь. Полечиться. Блин, вот этот куда летит? Я хочу тут оставить их. И этих хочу сюда вернуть. Я пока не могу захватить. Я хочу собрать флот побольше. Так, тут у нас летит к медведице. Тут у нас поселенец к медведице. А, стоп, у нас уже был отправлен. Ну, вот этот быстрее прилетит. Давайте этого тогда в Брацию переместим. Мне бы, конечно, Графиас хоть как-то заселить. Но, похоже... Какие там планеты вообще? Лавовая. Лавовая. Какая? А... Газовая, холодная, замороженная. Короче, мне надо лавовые, видимо, открывать. Ну, блин, тут даже населения особо нету. Стоит ли мне? Просто кто-то может прилететь и заселить их реально. Потом сиди, разбирайся с этими. Так. Я, очевидно, буду вот эту, скорее всего, колонизировать. Блин, тут, видите, такие... Это не очень, конечно. То есть одиночное задание. Исследуйте феномены. Один из наших разведывательных дронов, используемый для быстрой оценки планет, пропал. По словам вашего главного техника, эта модель очень редко выходит из строя. Он считает, что кто-то или что-то намеренно изменило курс дрона. Так, исследуйте феномены задания на планете Медведица 3. Стоимость каждой экспедиции составит 5 титаниума. Еще и пиратский корабль там появится. Блин, то есть мне надо сюда привезти какие-то военные корабли, чтобы от пиратов отбиться в будущем. То есть это две системы. Ладно, он пока тут стоит. Мы нашли васильковую плесень, гиперий. Аномалия постоянно. Вот не очень хорошая аномалия. Минус 2 поддержки и минус 2 производства за каждого жителя. Так, Петра Мандзукич. Куда мы ее качнем дальше? Ну вот, у нее в системе нету стерильных планет. То есть я просто плюс 10 производства получу. И у нее, по-моему, поддержка... Да, 94 экстаз. То есть, как бы... Это давать тоже бессмысленно. Ну, культуру... Прокачать. Здоровье на планете, урон на флот. 30 науки. Ну, это плюс 15 науки будет. Всего лишь.
Ладно, я бы вот эту куль... Либо... Я бы вот эту дал. Дальше пойдем. То, что и там добавится по одной культуре. На самом деле. Так, население растет, в героине уже помог... Вот я бы с героины, кстати, двух жителей перевел бы куда-нибудь. Может, на Янус 2? Минус 2. Ну, вообще, тут счастье есть. Ладно, давайте колонизируем дальше эту планету. И, в принципе, давайте с героины на Янус 2 перебросим. Потому что вот эти два жителя дают минус к несчастью. Минус к счастью. И на Янус. Так. Дальше. Кто такой Юрий? Во плоти предателя мы построили. Тут пока стоим. Два хода еще бегемот строится. Я вот реально еще брацию хочу очень сильно заселить. И ойеру. Ну, вообще дальше вот сюда пойти. С деревьями дружить. Брация вообще очень... Ну, медведица, естественно. Разъяренные ученые. Так, либо минус 20 науки 15, в каждой системе. У меня сколько систем? По-моему, 6 или 7. То есть минус 120 или 140 науки вход, но при этом плюс 30 производства в колониях. Увеличивает индустриалистов. Либо плюс 30... Вообще надо, наверное, к науке брать. У меня, конечно, деньги и так в минусе, но у меня зато есть... есть... Стало минус 310 вообще. О, есть ресурсы, которые я продаю очень дорого. Так, это я выполнил очередное задание по квесту фракции. Произвел 368 производства и 107 еды и получил методы компактного изменения пространства времени. Это теха. Лунная база Альфа. За каждую лунную аномалию, по-моему, нету лунных аномалий вообще ни на одной планете. Конечно, проверю. Дальше, плюс одна ячейка населения на стерильной планете. Но я стерильные планеты вообще решил терраформировать. И исследование лун. Дальше, организуйте аванпост в системе Оэйра. Достигните Лира за 10 ходов. Но дело в том, что тут, видите, тут ограничено 10 ходами, а тут нету ограничения. Так что я это возьму. Feel free to anger us. Чувак нас запугивает. Знаете, заплачу им 1500. Я не хочу еще с кем-то воевать. Тем более, что они воинственная фракция. Блин. А вот это кто зеленый? Это вообще кого-то я не встретил. Я думал, тут сафоны на самом деле будут. Зеленый. Я даже реально их не встретил еще. Вот эти такой салатового цвета. Ребята, сафоны у нас синие, эти фиолетового цвета и деревья желтые. Да, кто-то там аванпост строит уже. О, тут сафоны. Так, ну я отступлю, конечно. А остался бы мой бегемот, могли вынести бегемотика маленького моего. Так, давайте этих объединим. Этого тоже пускай он тут пока стоит.
Так. Я не хочу эти аномалии исследовать, потому что это вот это, ну, по квесту надо использовать титан. Появится пиратский этот, не хочу. Я лучше отправлю. А, собственно, куда мне тут отправлять? Уже и некуда. Так, давайте я вот отсюда сюда отправлю и сюда. Как раз исследую, что там. А самим кораблем полечу сюда. Новый уровень. Так, деньги на планету в системе. На стерильную и на систему. Еда и производство. Где он меня сидит вообще? В Ментаке. Ну, стерильных тут, по-моему, нету. Нет. А, вообще тут все три стерильные, кстати. Может прокачать его тогда на... Ну, как все три? У меня только две колонизированы. То есть я вместо стерильной делаю тут пустынную тогда. Постепенно. Или нет? Или пока не заниматься тут терраформированием. Тут тем более плюс одна ячейка на стерильной. Я бы эту поставил дальше строиться. Да, давайте его тогда прокачаем как раз именно на стерильные планеты. Так. Что у нас еще тут? Ленко. Карани сидит. Наука. Производство вряд ли. Одобрение тоже не нужно. Ну, вот давайте на культуру. Видите, я могу даже технологии ускорять культурой, престижем. Так. Что тут пишут? Сколько из скольки в системе заселено? Так, следующим ходом я бегемотика в Коране закончу. Так, ну тут есть одна стерильная планета у меня, но я хочу ее на самом деле как раз терраформировать. Ну, давайте так сделаем. Знаете что? Я хочу открыть. У меня дофига Гиперия. Надо оружие из Гиперии открыть и защиту из Гиперия. Вот давайте квест тут закончится. Как раз по одному ходу, а потом уже деньги будем открывать. Клиринговое бюро. Станьте первым, кто построит чудесное клиринговое бюро. Ладно, пока. Так, какие квесты? Служители природы прозрачного общества. В течение 10 ходов в соседних не должно быть вражеских кораблей. Выполняется. Это организуйте аванпост в Оейре. Ну вот это, конечно, печально, скорее всего, не получится, потому что как только это, по-моему, будет колонизировано, квест будет считаться проваленным, если я ничего не путаю. О, какую-то ачивку получил. Так, ну вот это исследование ничего не дает, это чисто выполнение квеста. Так, новый бонус для Юшо. 10. Милитаристы и вместимость. Пока
Пока так, ничего. О, домашнюю систему деревьев обнаружил. Прикольно. Пепловая. Джунгли. Вот это, наверное, их основная планета. А может это... Не, Кайсил, наверное, основная. Да, вот это их. Сейчас, а что тут за защита? Как-то обнаружено враждебное. Ваша операция спика была обнаружена защитной программой. Ну, что поделать? А сколько вообще будет еще у нас тут продолжаться это дело? Три хода. Вот написано. Так, новый уровень героя. Ну, я бы еду ему еще дальше улучшил. Так, отлично, растет население. Сейчас будем колонизировать медведицу еще. Ну, я тропическую буду. Хоть тут и... Блин, ну тут хотя бы еда есть, на всех остальных еды нету просто. Красота. И, наверное, не буду ускорять. 10 ходов пускай само делается. Блин, что ты такой далекий перелет куда-то. Так. Бегемотик очередной. Сейчас я двумя бегемотами сюда полечу. Заодно открою новое оружие, как раз апну. Все, что у меня там есть. Так, какие-то... Вот, видите, восклицательный, ну, конечно, плоховато видно. То есть мы можем что-то им сказать. Прекратите атаки. Усиление так. Либо мобилизовать, либо уклонение возле систем. Но я там не вижу соседей. То есть я хочу вот ту пиратскую систему захватить. Так что давайте мобилизовать лучше сделаем. Так, колонист. Пускай стоит пока. Гипериумный магнетизм. Давайте проверим, где что строится. Два аванпоста. То есть у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь будет. Девятая брация, я надеюсь. То есть это вот я к тому, что у меня скоро закончится, да, текущее количество систем. Да, минус 345 денег, конечно, это надо как-то решать. Два хода. Это, конечно, классные 7 ходов. Чайка на себе нет, это нет. Плюс 2 за науку, построенные научные улучшения. Ну, с другой стороны, там экстаз и так уже в этой системе. Давайте, наверное, больше корветов построю. Потом буду апгрейдить их. Здесь что? Так, тут еще
5 ходов, тут 3 хода. Ага, вот тут надо выбрать что-то делать. На Янусе будет сейчас колонизировано. Тоже хорошая планета. Месторождение ресурсов. Вот это, кстати, можно построить, потому что у меня тут 2 месторождения. Нет, давайте вот этот лучше. Потому что вот тут сейчас будет минус к счастью. У тебя тут плюс 80, но тут будет минус из-за богатых металлов. Богатые металлами. Потом можно вот эту. Так, все ли у меня второго уровня колонии? Да, я уже второго уровня. Вообще, можно бы подумать и над третьим уровнем. Что у меня тут? Ну, точно дофига, точно будет эдемский аромат. А вот что еще сюда бахать? Тем более тут 60 требуется. Эдемский аромат будет кучу культуры давать. Ладно, пока закончу ход. Пока не буду апгрейдить, потому что вот следующим ходом у меня будут оборонные модули из Гипериума и вспомогательные модули. Еще и набор тактики, кстати, новые. Откроются 3 штуки. Мрачный ремонт, блин. Получаете мощное усиление обороны флота при каждом уничтожении корабля союзников. Используйте, если вы думаете, что понесете большие потери. Бонусы критического урона отсутствуют в битве. Эффекты обороны примену. Не знаю, посмотрим. Пока не апгрейджу. Блин, ну куда ты? Почему у меня все куда-то летит? Хотя ладно, пускай летит. Так, что у нас тут прилетело? Эскорт корвет. Колонист. Еще корветы. Вот эти давайте объединим. Эскорт отдельно пускай. Вот у меня будет 4 корвета. 2 бегемота. Причем они вместе залетят туда. Колонист. Колонист, конечно, тут пускай постоит. Еще уничтожит. Нафиг надо. О! Это мы каких-то... А, это Йошу вот эти. Не Йошу, а как их? Боже... Иоло. Да, ну... С этим у меня в плюсы идут, вот только с сафонами у меня в минус направленное давление. Из-за разницы очков. А вот тут границы тоже какие-то. Какая-то система хамаль. Но без звезды. Прикольно. Крохотная, разрушенная. Планету можно восстановить бегемотом, оснащенным модулем продвинутый климат-инжиниринг. Но зачем, с другой стороны? Да... Так, этого пока тут стоим. Ну, этого окончательно прокачаем на стерильные. Что у нас, кстати, с героями? Всего 2 героя. Религиозный и эколог. Нет, первого уровня все еще написано.
Ну это давать будет, это я покупаю. А давать будут героев, там, по идее, где-то накапливается количество очков каких-то, после которых мне дают героев. Я вот не помню, где мне это смотреть. У нас, кстати, на этом уже героев могу еще и в атаку, конечно, направлять. Так, на Янусе колонизировано. Видите, вот тут есть кнопка убирать аномалии, но она пока недоступна, пока мы не исследовали эту способность. Так, дальше я тут на деньги. Знаете, я бы дальше открыл вот еще больше бегемотов, и тут еще плюс есть корпуса кораблей более крутые. Вот, например, Сапрон-класс. Вот сюда давайте пойдем. Токсичные. А где пепловые? А. Лавовые, наверное, там были лавовые. Угу, вот лавовые планеты. Заодно производство на горячей и стерильной. Ну, не знаю, это пока подумаю. Пока у меня есть на что тратить производство. Так, и у нас тут, к сожалению, лидируют милитаристы, блин. Надо будет ученых поддержать, я не хочу, чтобы милитарист. Но это из-за того, что мы там некоторые квесты. Выбор по квестам был. И давайте глянем, как у нас тут строительство. Да, там корветы. Тут три хода, два. Вот тут надо что-то уже поставить. 4, и тут один. Так. На оплоте предателя надо что-то организовать. Планетах с аномалиями нет. Две еды. Да, наверное, давайте тоже корветы пока здесь. А на Геракле. Ну, порошковую. Блин, 7 ходов будет строиться. Чё-то долго. Прямо скажем. Очень хочу Брацию захватить. Сафоны там, кстати, по-моему, ее не особо захватывают. Так, вот открылись оборонные модули. Пульсосы 10. А, подошло к концу. Давайте еще ускорим. У меня картошка как бы... О, нет, блин, надо было пульсосов ускорять. Фет колонизирована, отлично. Пока так ставим. И... Исследуем аномалии. Население растет, хорошо. Так, в Коране. Могу дальше, видите, терраформировать, например, либо в засушливую, либо в саванну. Саванна. Ну, саванна покруче выглядит. Но она и дольше. Тут три хода, а это 6 ходов. Ну, давайте в саванну. Надо ресурсы роскоши растет. Как вообще там по ценам? Антиматерия вообще.
725, да. Антиматерии, так понимаю, очень мало. Улучшаем корабли. Военный бегемотик. У нас открылось новое оружие, как видите. Слушайте, а давайте я сейчас залечу туда, гляну, что там вообще у народа. Значит, атака кинетической, защита от энергетического. И один корабль, кстати, вот это атака энергетическим. Ну, значит, нам надо атаковать кинетическим и защиту от энергетического. Так, значит, лучевое. А, прикол в том, что у меня все энергетическое. Именно новое я открыл энергетическое. Ну, хреново. Ну, блин. Но все равно лучше это ставить, потому что, ну, извините. Это дает 28 урона в секунду. А тут 20... Блин. А тут 42. Еще и криты вероятность есть. Вот это вообще оптимальное, да, на всей дистанции. А это только на средней работает. Еще нам бегемотом подлететь бы. Ну, видимо, все равно надо так ставить. Такую сбалансированную поставлю защиту. Тут новые, конечно, зонды, но мне на полет надо оставить. Так, пока так оставляю. Давайте, если я оба бегемота апаю, во сколько мне это встанет? Ну, недорого. 236 раз. 236-2. Полетели. Теперь тут корветики. Все корветы. $1430. Что-то дороже корветы, да? Апгрейдить, чем... Ну, давайте, может, антиматерию пока продам, раз у нее такие деньги. Правда, она не за 725 будет продаваться, к сожалению, а за 483. Да, слушай, тут небольшая разница. Давайте я лучше этот... Адамантам... Но все равно пока не на что его тратить. 11 000, класс. А на роскоши как у нас тут стоимость? Какой самый дорогой? Паутина. Ага. Васильковая плесень уже... Самая дешевая, кстати, багровая специя. Кстати, можно будет и прикупить, наверное. Ладно, я подумаю. Видите, когда еще апаешь, они все полностью излечиваются сразу. Полетели. Ну и, наверное, стоит сразу эскорта. Так, давайте глянем, нету ли смысла ему какие-нибудь новые...
Нет, трудовые ресурсы новые не появились. Нет, я не буду ничего тут апгрейдить. Просто отправлю его сразу сюда. Потому что надо захватывать будет систему. Так. Долетел до Гатрии. А, я не могу дальше пролететь. Или могу? Нет, суход. Блин, они могут напасть на мой этот корабль и убить его. Давайте я пока, наверное, раскидаю. Тут что-то должно быть еще. Ладно, тут подождем. Я хочу в Каране построить корветов. Следующим ходом они построятся. Хотя, сколько я могу в один флот сейчас собирать? Вообще 11 кораблей могу. Давайте, может, больше. Больше корветов. Там 2, 3, 4, 5, 6, 7. Давайте вот 7. Просто чтобы за 2 хода все построилось. Вот, все, ладно. Заканчиваем ход. А, еще кто-то. Так, поддерживаю ученых. Да, вроде побеждают ученые. Новый закон. Акт о военных трофеях. Нет, пока не будем принимать. Сейчас надо посмотреть, что там за законы у нас есть. Может, какой-то уже отменить? Ну, уважение. Успешно взломано с пика. Нет, это не будем делать. Влиять на политику. Встроить спящего. А давайте попробуем. Так, и здесь. Так, наблюдательный аванпост на границе перехватил зашифрованный сигнал. Либо начать судебный. Ну, я бы отказался от процесса. Во-первых, плюс 5. Еще 50% вероятность возникновения крупного политического кризиса. Мне это сейчас точно не надо. Встретили новую малую цивилизацию. Так, тут мы отступим мародерам. Он у меня просто как такой соглядатый. Ну, мы должны вроде двумя бегемотами завалить этих ребят. Будем смотреть, конечно. Ну, давай, прочухивайся, блин. Ну, я, конечно, могу, на самом деле, вот закрыть и дальше пойти. Ну, пока там что-то... Коллапсирующая звезда. Ага, ну, это тут, видите, мои эти летают. Следовательски, вот тут, как я и думал, что тут какая-то фракция может быть. Так, у Ченга радушие, 49 пыли, трудовые ресурсы и наука. На
Давайте еще польстим. С этими ребятами познакомимся. И польстим. Поле астероидов. Видите, я не могу здесь лететь, пока вот этот флот как бы защищает, что тут. Я не знаю, почему вообще как-то корабль, в принципе, я не могу с ним ничего делать. А, он напал на меня, ясно. Отступаем. Ну, как я и думал, что он нападет. Академия обнаружена. А, тут у нас академия, вот оно чё. И Оксану, мне кажется, отступил корабль туда, куда я и хотел. Yes. Вот теперь, когда обнаружена Академия, по-моему, мы сможем получать героев. О, запрос от Академии. 4 хода осталось. Сделать контрибуцию. Ну, предположим, соточку еще. Нет, смотрите, я уже вложил 150, и у меня там что, 1%? Ну хорошо, давайте 500 попробуем. The Academy will remember. 4 хода осталось. Так, я опять могу с Сафоном сказать, чтобы они прекратили... Ай, давайте не буду. Там какое-то у них давление увеличивается. Я сейчас все равно на них нападать хочу. Одинаковая сила. 27-360. Они должны быть одинаковые абсолютно. Ну, давайте. Что? Блин, я не поменял карточки, честно говоря. Так, поглощение щитами. Какой у меня вообще он лучше, где на средней дистанции работает, да? Может забрать трофей? Ну какой-то корабль я точно уничтожу. Давайте попробуем забрать трофей и посмотрим на это дело. На бой бегемота с акулами. О, красивые у них корабли. А у меня какие-то утюги. Так, ускоримся, давайте. Ну это такая типа кинематография. Ой, блин, что-то меня там мочит, да? Пока. Надо было поглощение щитами ставить. Ой, блин, сколько она бегемоту. Нет. Да походу. Ну, один корабль я убил, кстати. Но и нет бегемота. Да, серьезное поражение. Ну, охренеть. Ну, я, по идее, должен следующим бегемотом каждый день. Но я не хотел терять бегемота. Прямо скажем. Так, 10903. 1300 на 500. Блин, тут все равно сила больше. Ладно. Давайте этим бегемоном. Тут уже автоматически. И... Ну просто это не стоит. Ну это всего 10 науки и 30 денег, да? Ну того не стоит. Я бы лучше вот усиление щитов поставил. Тут убедить. Ну, они все раненые были, конечно. Так, и вот этими давайте уже, наверное, атаковать.
Может, уже и поселенцы тогда. Вообще поселенец за один ход сюда долетает. Ладно, тогда пока оставляем так. Население растет. Так, я бы из героины опять отправил, потому что там отправил фат, очевидно, да? Да, двоих. Видите, тут уже пределы, вон уже. Кстати, вот эту можно. А, тут терраформирование и так идет. Отлично. Давайте двоих. Прям вот двоих отправлю. В фат. Так, там еще корветы строятся. Где я еще строил корветы? Во плоти предателя? А, нафига я тут межпланетную транспортную сеть поставил? Нафиг надо. Имхо. Еще корветы. Так, эти 5 корветов стоят, ждут своего часа. Тут еще 2 достроятся. И мы полетим. Я, кстати, не могу апгрейдить, потому что у меня вон Гиперий уже закончился. С постройкой корветов. Отказаться атаковать. Но они один раз обещали не атаковать. Так, в Оейру я хочу. Не понял. Я в Геракле начинаю. А вот тут незаконная почему-то. Ну, давайте в Брацию пока, хотя я хочу ее колонизировать. А, вот у меня торговая сеть пошла. Штаб-квартира, да, вот штаб-квартира компании и филиал вот здесь. Усилят систему обороны. Да пожалуйста. We say this rarely. Так, мы этих можем попросить не атаковать. Тут уклонение. Возьму, что они на меня не нападают, а мне как раз я около их систем там летаю своим этим кораблем. О, наконец-то смогу строить на денежки. Сейчас надо будет серьезно пройтись по... Так, новое событие, небывалое урожай. Судя по отчетам, добыча ресурсов роскоши ваших семь в этом году превышает все ожидания. Так, либо сэкономить. Плюс 2 стратегических ресурсов. Либо отпраздновать. Минус 10 к стоимости развития. Не, конечно, сэкономить. У меня Гиперий заканчивается. Ваша система Ментака была взломана. Наземная битва. Бой.
Еще вот этим я сейчас надеюсь. Блин, опять сафоны прилетели. Да ё-моё. Вы прикалываетесь. Так. 11 тысяч хп, 1300-500. Не, ну мы должны снести его. Нельзя, он, наверное, сюда прилетел, что он отправил его. Давайте. Блин, у него защита как раз... У меня ровно противоположные корабли от того, что у него есть. Как раз он защищается от того, что надо, ну... Тем не менее, просто он один, поэтому... А, он вообще отступил. Но это, конечно, не дело. А, это мародер. Блин, мародер, давай-ка ты просто сюда прилетишь пока. Так, и вот этот... А, не могу высадить. Ну, следующим ходом я захватываю. Может, мне все-таки поселенца отправить? Да, он только следующим ходом долетит. Отлично. И этих давайте сюда... Так, объединили этого, отправляя этих, отправляем в большую медведицу, в медведицу просто. Отправляем в медведицу. Этот долетел. Блин, у них вот тут система, мне вот эти не нравятся, что они тут рядом со мной, в принципе. А, наверное, тут постою и поотправляю лучше зонды. Видите, а этот куда-то туда полетел, значит, там явно где-то еще система есть, в которую он летит. В Геракле 5 из 7. Так, давайте-ка проверим системы на денежку. Плюс 25 денег за уровень системы. То есть будет плюс 50 как минимум. Так. Строим. Три хода. Здесь корвет пускай достроится. А тут требуется 25 адамантана. Ё-моё. Так, ну мне надо тогда уже третий уровень системы как-то делать. Потому что просто 50 маловато. Понятно... Слушайте, а может опять васильковую плесень и эдемский аромат? Я могу это сделать. То есть вот так сделаем. Тем более васильковая плесень подешевела. Да, то есть пока, конечно, тут мы денег не можем получить, потому что 25 адамантана стоит строительство этой фигни. Это я не предусмотрел. Да, мне надо, видимо, открывать производство. По-моему, тут оно как раз и откроется, что я производство... Нет, не откроется. Блин, мне надо... исследовать производство в деньги. То вот эти вот строительства, это все требует денег. Блин, мне еще и надо... Ну вот что вот мне вот тут строить, например. Научные станции. Ну давайте пока поставлю тут научные станции. Производство на горячей. Тут нету смысла специализации, потому что тут-то холодная, да? То есть она нормально специализируется. Блин, ну серьезно, что мне тут построить? А, ну-ка, вот тут современное состояние политической системы. Ну-ка глянем. Почему у меня на Ментаке вот это минус... Уже минус 12 было, а помните, было минус 21? А, на Ментаке почему... Потому что у меня во главе научники, у которых тут поддержки вообще практически никакой. Поэтому такой минус.
Ясно. Ладно, ну во плоти предателей я даже не представляю. Может, ну поселенцы мне тут не нужны пока. Может, еще один патруль построить. Дальше. Тут терраформирование заканчивается. Порошковое производство сделаю. Межпланетная транспортная сеть. Ну вот нафига я тут строю? Тут же нету никаких вообще стратегических ресурсов. Давайте лучше терраформировать. Либо в снежную планету, либо в степную. Степная 10 ходов будет. Давайте. Так, тут 4 хода. Вот тоже. Да, по-моему, такое ощущение, что он автоматом ставит это строится. А, нет, здесь я специально как раз нет. Здесь я специально это поставил. Ну тут у меня только один титан, так что вот этот, эти шлюзы. Не, давайте патруль. Тоже один ход. Да ё-моё. Ладно, эпигенетические посевы тогда. Да, у меня скоро на планетах просто будет нечего строить. Но с другой стороны, у меня уже минус 184, то есть как бы я решаю проблемы с денежками. Потихоньку. Так, сейчас мы должны вбраться и зачистить уже пиратов, наконец-то. Нормально, тем более ее там скоро не будет. Так, делать или не делать? Сеятели всегда действовали в соответствии со старым правилом, без вопросов, без дискуссий, без разногласий. Они создание виртуальных вечных, и их роль превращать планеты в терраформированные. В течение тысячелетий они выполняли эту программу, даже после того, как в гибели вечных не осталось никаких сомнений. До сегодняшнего дня. Бинарная мутация в одном органическом компьютере перевернула фатальный бит. Тот самый бит, который должен был оставаться неизменным. И теперь сеятели внезапно пробудились и задали себе вопрос, будем ли мы, должны ли мы. Так. Сеятели должны верить в свою исключительность, то, что они часть чего-то уникального. Либо сеятели не настроены на изменения, они будут полезны. То есть, либо я буду получать за каждого сеятеля две еды и одну поддержку в течение 20 ходов. Либо 4 еды с каждого сеятеля с аномалиями в течение 20 ходов. Ну, давайте вот это заставить страдать. Не, вообще... Вот это я не уверен, что я смогу выполнить. Потому что я культуру-то получаю именно за создание зданий. В основном. Давайте лучше взяться за оружие. Вот Ментаку 1 терраформировать я вполне могу. Услышь мой крик. Вблизи оказался осколком древней планеты. Так, либо случайная технология. Либо плюс 10 культуры и плюс 10 денег в течение 10 ходов. Давайте лучше вот это, науку и поддержка на 10 ходов. О, я уже 4% получается вложил. А кто-то 14%. То есть я вложил 650, это 4%, да? Давайте посчитаем, разделить на 4, это 1, 7, ну где-то 170, то есть 10% это 1700. То есть мне еще 1050, чтобы только 10% иметь. Откуда они, сука, культуры, блин? Ну давайте попробуем. Просто...
self-interest is noted. Просто интересно. Так, ну все, тут мы выносим этих ребят. Еще и 20 адамантана получили. И 1200. О, пожирателей встретили. Рою наплевать на интересы других рас, говори. А вот эти люмерис салатового цвета, которые там заселились. Так. Теперь мы тут колонизируем планету. Какую? А могу только одну колонизировать. Ну, слушайте, обе хорошие, кстати. Обе хорошие. А почему это неблагоприятное? А, потому что газовый гигант. Средняя степная. О, птица-говорун. Отличается умом и сообразительностью. Еды маловато, конечно. We've seen eels more trustworthy than you. Офигеть, какого посреди твоего торгового маршрута? Ты офигела? А где сафоны? Я не понимаю. Вот я встретил сафонов первых. И я до сих пор не могу найти их планеты. Хотя они тут тусуют и воюют со мной периодически. Я офигею вообще. Ванадиевая. Кстати, называется Ванадиевая экспедиция. Но они все равно тут пролететь дальше не могут. Может, уже не нападать, а просто постоять тут. Я так думаю. Давайте вот этих, наверное, объединим. Блин, у меня, конечно, у бегемота мало хитпоинтов, все они решат напасть кто-то. Так, давайте я тут, наверное, ускорю таки постройку. Тут вот важно побыстрее не аванпост сделать. А, не аванпост, колонию. Так, значит, сейчас у нас 7. Это превратится будет 9. Ну, наверное, Графиас еще бы хотелось. Все-таки. А насколько тут вообще планеты? Ну, блин, они хреновые какие-то. Они сейчас все равно будут в моих границах. Там все равно никто не сможет ничего построить. Думаю, стоит ли заселять вообще. Так, на Феде. Нет, это не на Феде. На Феде я еще открываю. Население растет 3 из 7, 5 из 9, норм пока. Так, здесь мы корветы 3 штуки уже построили. Я думаю, можно отправить сюда на всякий пожарный, как поддержку. Давайте пока сюда отправлю. Мародер тут стоит, вот мародеры сюда уже можно тоже добавить. А тут что, патруль. Ну, полетели, наверное, в Лиру какую-нибудь. Или не в Лиру. Давайте пока сюда. А, давайте сюда пока долетим. Ну и думаю, на этой радостной ноте, наконец, когда мы добрались до Брации и ее колонизируем, я закончу серию. Единая империя постепенно идет к процветанию под моим мудрым руководством. Спонсоры канала могут сразу же посмотреть продолжение во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что смотрите. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!